На первенство прибыли более 120 спортсменов из Волгоградской области, Республик Калмыкия и Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области. Город Сочи представляли 8 спортсменов 10-й спортшколы, 7 из которых стали победителями и призерами, показав хорошую технику и отличную физподготовку. Лучшими в своих весовых категориях стали Вячеслав Басин, Григорий Авджан, Спартак Петросян, Альбик Петросян, Арман Заргарян с Вахтангом Чедлишвили и Ваграм Мусаян. На соревнованиях было, конечно, нелегко, но старался не обращать внимания на суету и бороться до конца. По итогам турнира первое общекомандное место заняла сборная команда Краснодарского края. Сочинские борцы получили право представлять Южный федеральный округ и родной город на первенстве России, которое пройдет в мае в Дагестане.